Из плоских гельминтов хорошо известны цепни и лентицы. Ленточные черви устроены просто. Пищеварительная система отсутствует, поскольку паразиту, погруженному в полупереваренное содержимое кишечника хозяина, остается только усваивать необходимые вещества. На голове червя имеются крючья и присоски, с помощью которых он прикрепляется к хозяину. Ленточный червь достигает иногда 10 метров в длину и обитает в кишечнике человека. Последние членики тела представляют собой по существу мешок, набитый яйцами. Зрелые членики отрываются и вместе с фекалиями хозяина выделяются наружу. В них содержатся тысячи яиц гельминта. Если вместе с кормом они попадут в организм крупного рогатого скота, то из этих яиц выходят зародыши, которые проникают в кровь и разносятся по телу животного. Оседая в мышцах, они превращаются в личинок. Их называют финны и вызывают заболевание скота, финноз. Если человек съест сырое или плохо проваренное финнозное мясо, в его кишечнике из живой финны через некоторое время разовьется ленточный червь. Чтобы победить гельминта, надо разорвать цепь его биологического развития в наиболее уязвимых звеньях.